Ребятки, всем салют, всем добрый день, добрый вечер, доброе время суток, в общем, очередной мото-день, очередные мото-будни, блин, уже запинаюсь в разговорах, просто жесть, вообще столько много работы еще предстоит, в общем, сегодня вот такая вот новость, в общем, я перебрал стартер, его маленько отполировал. Ну, это, ребята, кому как. Вот так, короче, полирнул его чуть-чуть. Ну, чтобы, блин, блестел, что ли. Заодно почистил датчик температурный. Его тоже маленечко полирнул. Вот. И сегодня что еще, ребята? Короче, продаю зизер. Мне тут позвонили. Хотят приехать за зизером. За кавой. И, блин... Я как человек добросовестный, я не хочу ему давать убитый аккумулятор. Короче, купил новый аккумулятор, вот такой тюменский. Как я уже многим рассказывал в предыдущем видео, то что смысла нету тратить деньги, покупать за почти за 4000, за 3700, за 3500 мотоциклетный аккумулятор, там фирменный, да? И он у вас будет ходить ну, на годик, на полтора больше. Вот этот аккумулятор... За 1200. Вот. В чем его очень важная особенность при покупке. Он должен быть 45 ампер пускового тока. Вот такой вот лидер. Он стоит 1200. И плюс электролит там соточка. Короче, 1300. Он у вас отходит 2 года без проблем. Вот на зизере такой аккумулятор у меня отходил 2 года без проблем. Вот, ребят. Еще такая информация важная, когда вы покупаете такой аккумулятор, вот здесь вот стык вот идет, то есть вместо спайки, его нужно ну, промазать герметиком, что я в принципе сейчас и сделаю, промажу герметиком, залью его и поставлю на зарядку. Сегодня хочу завести зизер, блин, не заводил его, наверное, так, октябрь, с ноября, не заводил его, вот хочу, блин, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Короче, полгода, да. Скоро вот 1 апреля будет. Полгода, короче, не заводил зизер. Хочу зарядить аккумулятор, попробовать завести зизер. Не знаю, если успею зарядить. Завтра уже должны приехать. Если что, заведу на другом аккумуляторе от Honda. Этот может не успеет зарядиться. В общем, ребята, как-то так вот. Короче, продаю. Ну, пришлось уже взять хороший аккумулятор новый. Чтобы человек не знал проблем пару лет. Вот. Стартер, конечно, отполировал. Ну, чисто для себя уже, блин. Поверхность вот эта вот тоже полирнул. Вот сейчас буду ставить стартер в движок. Потом буду чистить ну, вот эту площадь. Резиночки, кстати, новые купил тоже. Термостат у меня стоит на 82 градуса. То есть хороший рабочий термостат еще. Я его менять не буду. Здесь крышечку тоже все посажу на хороший герметик, на черный. Потому что, блин, вот мотоцикл у меня стоял вот здесь вот. Ну, а здесь морозы, понимаете, минус 20. Где-то уже на морозе через эту крышечку стал подтекать антифриз. Ну, сколько вытекло? Ну, может, за зиму вытекло. Стакан где-то. Вот так вот. В общем, такие вот мотобудни. Еще чистить дросселя надо. Короче, заниматься. В общем, вот так вот, ребята. Так, ребят, прежде чем воткнуть стартер, сначала воткните его без уплотнительного кольца, чтобы зубцы сошлись. Видим, уже он лезет, чуть-чуть остается, а потом уже одевайте резиновое колечко. Так, ну как вам, ребята, стартер смотрится? Я думаю, что все отлично. На датчике скорости резинка я поменял. Датчик спидометра. Здесь тоже резиночка поменял, резиночку вернее. Потом еще сниму эту крышку, посмотрю, прокладку поставлен на герметик, чтобы она что-то вот здесь, когда мыло, здесь, по-моему, отпотевание было какое-то. Ну, вообще, короче, тоже посмотрю. На помпе поменяю резинку. И здесь тоже. В общем, как-то так вот. Сейчас уже темнеет, пойду заводить зизер. Ждите видосик про зизер, в общем, смотрите. Всем привет. В общем, ребята, зизер, кава.
Старая, добрая, четырехсоточка. В общем, сейчас буду ее заводить. Мотоцикл не заводился уже, блин, вот с момента выхода видео о продаже. Это было, не знаю, какое число уже, ноябрь, наверное, октябрь, не помню. В общем, там есть видюшка и под ней дата. Вот с того момента я ее не заводил. Но к зиме-то я ее подготовил, там, что надо, силикончиком помазал, еще что. И так далее. В общем, сейчас я буду выталкивать на улицу. Надо поставить будет аккумулятор. Блин. Аккумулятор, ребята, еще на зарядке новый. Я пока вот поставлю с Хондочки. Он сюда вот как раз пойдет. Ну, в общем, сейчас ничего не видно. Короче, сейчас выкачу его и посмотрим. В общем, ребята, вот такой вот аккумулятор с Honda Red Energy. Ему 332 дня. Он заряженный. Вот, в общем, вот такой вот. Сколько пусковой ток, я без понятия. Надо загуглить. Сейчас буду его ставить. В общем, все, ребятки, выкатил. Аккумулятор поставил. $12.96, еще не пробовал. Давайте попробуем вместе с вами. Так, кнопочку обязательно. А то как, блин, в том году, блин, забыл кнопку. Открываем кран, включаем первую скорость. И чтобы заработал бензонасос. О! В общем, короче, вот жму я, он тарахтит. Сейчас он поднаберет бенза. Все, бензин попал, и он работает, качает, короче. Слышно, да, пацаны? Вот так вот. Сейчас он накачает карбы. Я буду ждать прям до конца. Ну, все, почти все. Да, прилично. Карбы пустые, вообще пустые карбы. Ну и все. Далее что? Включаю нейтралочку. Подсос. И, короче, пробую. Ну, ребята, как говорится... Давай, кавушка, не подводи. Вообще газовать нельзя вообще. То есть не газуйте, наоборот, ручку от себя. От себя вообще не газуйте. Вообще нельзя. Это такой мотоцикл, где газовать вообще просто-напросто нельзя. Давление, что там? Угу. Нихера себе вот это поворот. Вообще, ребятки, жесть, прикольненько. Так, что там аккумулятор просил, нет? Да, 12.31, потому что ксенон заработал. Включился блок розжига. Сейчас чуть подожду. Это дело, ребята, не сразу, не нужно торопиться с первым запуском после зимы. Это такое дело очень важное. Чего нигде не подтекает? Цепку надо помазать будет сейчас. Я так-то осенью мазал перед сезоном. Колеса даже не подспустили, но все равно поднакачаю. Короче, все сделаю, но кататься сегодня не буду. Потому что там вот улица, короче, там грязище в конце, блин. Жесть. Почти восстанавливается.
Ну что, пробуем еще раз? Не газуем вообще. Почти, почти, почти. Опять ксенончик заработал. Так работает движок, ребята. Вот зарядка с включенным ксеноном. Он сам включается. 14,6. Прогреваем мотик не выше, чем 2000 оборотов, не выше, чем двушка. Когда вот он сам набирает обороты, и все, ставим на двушку подсос. Полторашка, двушка держится, все, но не больше, чем 2000. Слишком высокие обороты на прогреве не нужны. Ах, этот запах. Вот так вот работает движок, вообще тихо. Маслица надо поменять, но я думаю, будущий хозяин его поменяет. Или я ему скажу, что привози маслица, я его сам поменяю. Фильтр я купил хороший, вот этот вот Хифлофирт фильтра 303 купленный. Никакие там автомобильные фильтры сюда не нужны. Трубасик держится, но газовать не надо вообще. Пусть греется. Зарядка 14,85. Это почти на, ну сколько, 1500. Ну короче, все видно, ребят. В общем, короче, жду минут 10, пусть он греется минут 15, пока подкачаю колеса и так далее. И в общем, ребят, посмотрим, как работает на горячем. А, кстати, вот сцепа. То смотрите, что нажимаю, что нет. Разницы нет вообще, шум не меняется. Это говорит о том, что подшипники хорошие. И корзина не гремит. В общем, все, ребятки, а то видео очень длинное, пацаны. Что, ребят, мотик греется, смазал цепочку, сейчас подкачиваю колеса. В общем, ребят, за это время, не знаю, минут, наверное, 15, может быть, 10, температура у меня уже вот здесь вот. То есть это его нормальный, кстати, уже, по-моему, вентилятор уже работал, или нет, не знаю, короче, не усмотрел. Выхлоп, огонь. Никакого дыма нет, это пар. Так вот работает. Сейчас колеса подкачаю, чуть-чуть прокачусь. По улице здесь чуть-чуть, не знаю, 500 метров. В общем, короче, так вот как-то. Кто завтра приедет, может быть, не знаю. Посмотрим, пацаны. Так, вот, короче, срочное включение от новому владельцу, если он будет смотреть этот видосик. Первое включение вентилятора происходит на вот этой вот температуре. Смотри. Вот здесь вот первое включение. Это почти 100 градусов, по-моему. Вот здесь вот.
Короче, как-то вот так вот. Вот, вентилятор работает. Но он движок-то стушает вообще моментом. Потому что тот радиатор наичистейший. Я его выпрямлял пинцетом, каждую соту прочищал. В общем, и в дождь при этом ездил всего лишь 2 раза. И то чисто попал под дождь. В общем, короче, как-то вот так вот. Сейчас колеса подкачиваю, пацаны. В общем, ребята, вот, короче, как-то вот такая вот тема. Пацаны, мотик жалко, блин, вообще. Я его весь прям перетряс, вообще весь. Все, что можно было перетрясти, вот прям вот весь перетряс его. Короче, ребят, так вот. За столько лет, за 5 лет. 6-й год, кстати. А может и уже 6, надо посчитать. Вот так вот, ребятки, вот. Блин. Ну все, всем удачи, всем пока, пацаны. Кому нравится видосик, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь.